Так, куда нам? Ну, дальше по дороге. Наверное, буду телепортироваться, хотя, может, найду город, в нем отсижусь. Еще посмотрим, слушай. Вот когда нужны таблетки от головы, конечно, их не будет. А там у нас что? Погоди, уже пустыня там тоже? Что-то я не понял. А, я не туда бегу просто. Понял. Теперь наперло. Хотел же выбросить, взять эти таблетки, но выбросил. Тетенька, у вас есть таблеточка? Нету. Такс. Здесь просто, походу, пустая дорога, да? Которая никуда толком не ведет. Очень большая территория, и такое впечатление, что здесь будет город в любом случае. Что здесь есть город, но скорее всего это и есть туда этот же город. Так, а там впереди что, камушек только? Нет, здесь в городах сильно много зомби, так-то нормально. Но вот где селиться? Ну, где-то вот здесь, скорее всего. Хотя вот здесь внизу бы еще побывать, посмотреть, что там. Мне еще airdrop не поднят. Я выбрал специальный маршрут не по дорогам, потому что примерно предполагал возможность такую, что не связаны города с дорогами. Походу я оказался прав. По дорогам здесь бегать смысла нету. А вот тогда как на машине здесь горцевать? Про гирокоптер я вообще промолчу. Я в Расте-то от него поливался с таким управлением. Привыкнуть, конечно, можно, но неприятно.
Кстати говоря, я в раз только из-за этого гирокоптера-то не играю. Он меня этим раздражает. Да твою налево, ты серьезно? Там еще один город, мы, кажется, нашли. Да, что-то там он вдалеке есть. Сколько здесь городов-то? Да, это жесть, это еще один реальный город. Пипец. Ну ладно, может найду библиотеку, но такое количество диких городов. Я что-то как-то не ожидал увидеть вообще ни разу. Ну ладно, сначала в торговцу. Мы, конечно, его сейчас найдем, но вроде бы он здесь и должен быть, судя по треску дороги. Да, торговец. Ну ладно. Так, сейчас с этими зомби... Какой хороший. Огнетушитель-то. М-да. Зараза. Не успеваю. А, так они еще и стакаются. Да, ценники, конечно, здесь зашкварные. Safe travels. Ладно, сначала зомби подчистим. Очень не нравится. Вот. Там полыхающий хренотень не нравится. Так, надо быть аккуратным. Это раз.
Ёпта. Поискал я таблетку от головы, смотрю. В дерево, что ли, попал? Да. Ты не понял. Так. А ты, блин, прикалываешься. Вас там вообще сколько? Все, ни у кого нет таблетки от головы, ёлы-палы. Ну, спасибо, конечно, за стимулятор, но все равно.
Спасибо. Рядом открытая дверь, не могут открыть. Молодцы. Так, а чё у меня тут за говно такое, которого надо избавиться? Так, ну, во-первых, вот эти вот флайеры. Они мне как бы в пень не сдались. Это раз. Че вы живучки-то, а? Не понял. Ох, там сзади-то, смотри, чё. Уже по головам ходят. Ну, а теперь можно спокойно у него там полазить. Так, потом надо подумать о карте кладов. Ее тоже можно подцепить. Только взамен чего? Часть автоматического оружия. Ну-ну. Так полагаю, мы их сами можем будем производить. Greetings, stranger. I've got the best deals in Navas game. Так. Гранат не вижу. Может быть, у тебя гранаты-то хоть есть? У него есть взрывчатка, которая мне в пене нужна. Ну, хоть нитки. Подмычка. Знаешь, дядь, с такими ценами не пошел бы ты на. Все буквы алфавита. Давай вскроем, может, что-нибудь там интересное есть. Когда у него тут ценники, блин. Странное у него движение, ну ладно. Так, сейчас пойдем. Раз туман закончится, попробуем найти какое-нибудь здание и в него заныкаться. В принципе, также можно в библиотеке заныкаться. Они там много ребятки не поразрушали. Но очень большое количество городов, просто дикое. Не скажу, что это плохо. Ну, и я бы не сказал, что это хорошо. Реально слишком много. Такс. Ладно, это я пока выброшу.
Да, делайте, что хотите. Мне надо найти местечко, где мне перекуковать. Торговца вряд ли получится. А вот библиотека была бы самым тем местом. Ну, правда, если я ее тут сейчас найду. При одном «но». Тут вообще есть библиотека. Это большой город, должна быть. Вопрос только где. Это что, тюрьма что ли какая-то? Да, город-то небольшой. Кстати, о птичках. Я просто как увидел каску первого тира, даже не знаю, что сказать. Да, в принципе, здесь наверху перетусуем. Пойдем. Так. Откуда у вас только здесь взялось? Я зачистить-то успею территорию, вот мне интересно. Ну давай попробуем. Блин, только не это! Ни хрена я не успею зачистить теперь.
ничего. У меня пока других вариантов нету. Да ладно тебе, прикалываешься? Издевательство сплошное. Маленький городишко, хуже, чем в мегаполисе зомби. Так, ну, блин, в следующей серии придется бежать обратно. У нас тут вариантов-то не остается. Ты что с тобой такое? Да что ее надо палочку, что ты не хочешь попасть-то по ней?
Отличное место для ночевки. Да, да. Я здесь 10 моментов не учел. Так, ну конечно, есть шанс нам подвыжить немножко другим методом. Не смешно. Нифига не смешно. Так, нам надо как-то отсюда убираться. А здесь ночью, смотрю, весело. Дядя в противогазе, а ты-то чё сюда припёрся вообще?
Да, чувствую, ночью у меня здесь явно будет веселая. Ну, птиц я вроде не вижу. Что ж там полыхает так все постоянно? Ну, а пока посидим вот так вот. Что я могу сказать? Надеюсь, не сдохну. Всем удачи. Всем пока.